Ребят, меня зовут Карина, и если вы заметили, что я как-то странно выгляжу, или же у меня просто изменился голос, то давайте попытаемся не обращать на это внимание, ибо я немного приболела. В сегодняшнем видео я буду наносить 200 слоев, а если получится, то больше помад разных цветов на свои чудесные бархатные губы. Что? Помад у меня очень много, а если быть точнее, то ровно 15 штук. Они у меня просто безумно яркие, поэтому мне будет не очень жалко тратить их. Ибо с такими яркими цветами я не могу выходить на улицу. А какие они яркие, вы увидите на протяжении всего видео. Но я буду надеяться, что вам понравится это видео и у вас все получится. Что у вас-то? Ты че, дурак, что ли? Но я буду надеяться, что у меня все получится, и поэтому не забудьте поставить лайк к этому видео и подписаться на мой чудесный канал. Ну а мы можем начинать. 256. А, господи, мне же их еще открывать надо. Так, мои дорогие друзья, я открыла все мои помады, и вот так вот они выглядят в тарелочке. Для чего я их сложила в тарелку? Чтобы мне было удобно их доставать рандомно. То есть не выбирать определенные цвета, а доставать какой попадется. Погнали! Итак, прошло всего 10 слоев, и моим губам уже тяжело говорить. Продолжаем. Итак, это уже 20-й слой. Слой. Если вы задаетесь вопросом, почему я постоянно смотрю сюда, то тут у меня находится зеркало, поэтому не судите строго. Слой. Мне уже тяжело говорить. И это уже 50-й слой. So run for the gold, run for the money, run for the infinity. Will never return to be free. But every time I come around, there's too many little things they know about us. Oh, I can't play. И у меня запачкались руки. Я запачкала все ноги этими гребаными помадами. За кадром я нанесла ровно 25 слоев. То есть на моих губах сейчас 100 слоев. И осталось еще 100 слоев, и даже более. Я не буду сдаваться. Поэтому давайте продолжим. Слоев.
я не знаю почему, я правда не знаю, но моим губам жутко неприятно. И наконец-то, ребята, я нанесла уже 210 слоев, запачкала свою белую рубашку, ноги, руки, лицо, не говоря про губы. Ну а мне пора прощаться с вами, я буду надеяться, что вам понравилось это видео. Я с высокой температурой сидела и снимала для вас это видео, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и поддержите меня подпиской. Поскорее сейчас пойду оттирать этот ужас. Всем удачи и добра, пока!